Я потрясающе отношусь к Западу. Вообще, как бы, не вижу смысла любой пропаганды. И считаю, что ни наши люди, ни люди Запада, никто не хочет друг другу войны, никто не хочет друг другу, чтобы люди хуже жили. Это разбирательство наших политиков, но не более того. Как бы политики, они между собой сами разберутся. Это прольется столько, сколько они посчитают нужным. Опять же, ни от западных людей, ни от нас ничего не зависит. И я очень часто бываю в Европе. Я не вижу, что ко мне как-то изменилось отношение. Я не чувствую, что к русским стали хуже относиться, что мы люди там второго, третьего сорта. Нас как любили, так и любят. И причем искренне переживают, говорят, ну что у вас там? Потому что, Господи, когда это все закончится? Да хоть бы они там скорее между собой собрались, посидели, договорились. Вот. В любом случае, я говорю, что люди здесь ни при чем. И говорить, что Запад, Америка, они там всячески строят нам козни, но это опять же большая глупость. Это никто никому не желает зла. Просто появились какие-то свои, ну скажем, несогласия между высшими политическими структурами. И будем надеяться, что они скоро договорятся, и все будет как раньше. И, в общем-то, потому что никто не хочет войны. Никому она не нужна, и все уже смотрят на все то, что происходит. Но это все страшно, с такой долей трагизма, уже драматизма. И будем надеяться, что скоро это все закончится.